Друзья, в продажу поступит Hyundai Santa Fe 2012 года на дизельном моторе 2.2 объема, мощностью 147 лошадиных сил, на автоматической коробке передач, на полном приводе. Автомобиль неплохая комплектация, в автомобиле имеются основная оптика на линзах, противотуманные фары, омыватели фар. Также в автомобиле имеются оригинальные диски Hyundai на хорошей зимней шипованной резине, установлены ветровики. Салон автомобиля у нас полностью кожаный салон в идеальном состоянии. Также в автомобиле имеется штатная аудиосистема с дисководом. Также у нас имеется регулировка печки отопителя, климат-контроль. Также у нас имеется кондиционер, подогрев заднего стекла, подогрев передних сидений, отключаемые парктроники, два подстаканника. Также у нас имеется разъем под AUX, под микро USB, розетка 12 вольт, также у нас имеется подлокотник с бардачком. Также установлен корректор фар, отключаемый антизанос, 4 электростеклоподъемника, центральный замок, блокировка стекол, электрорегулировка зеркал. Для задних пассажиров у нас удобно посадочное место. В дверных картах имеется карман для подстаканников, также имеются задние подогревы. Также у нас имеется вентиляция, также у нас имеется карман на пассажирском водительском сиденье. Имеется розетка 12 вольт, имеется скрытый подлокотник с выдвижными подстаканниками. Также в автомобиле имеется камера заднего вида, парктроники задние. Автомобиль в хорошем техническом состоянии, косметическом. В автомобиле три собственника, оригинальный ПТС.